Снова приветствую вас всех на карте No Man's Land. У нас очередная серия. Так, ну рассказываю, в чем суть. Я тут уже второй рейс делаю. Первый рейс был у нас по песку, завозил туда настройку. Там мне получилось заработать 13 200. Вот. Сейчас везу второй рейс. 37 тысяч загрузил. Соответственно, 37 тысяч надо будет отдать за гравий. Ну и посмотрим, сколько я сейчас заработаю. Денежки сейчас спишут у меня со счета, пока я доеду. А как буду на месте, посмотрим, сколько получится заработать с этого, с этой, как говорится, партии. Ну, может, я думаю, 1015 получится, учитывая, что там примерно одинаково стоит песок гравий. Так что как-то так. Так, еще по планам, что у нас? У нас по планам еще сегодня трава продать. Они у меня сейчас загружены, стоят на базе там с трактором, с прицепом. Вот, и их нужно будет завести Федору на участок. Так, и еще у нас загружена фура. Фура загружена с материалами, там доски и смола. Тоже повезем их сегодня. Так, стоп, куда мне? Не направо. Повезем их сюда на карьер. Достроить, как говорится, его необходимо там еще материалы. По заработку сказали, то, что останется, типа твое, что не примут. Ну, как и в предыдущие разы. Надеюсь, что-то будет с этого, потому что уже подходит конец аренды прицепа с фурой. Надо как-то их отбивать. Ну, думаю, нормально будет. Заработаем немножко. Так, вот, гайцы сегодня лютуют. Еще кого-то поймали, остановили. Наверное, около кафешки кто-то позвонил. Как говорится, заметил что-то неладное. Так, ладно, мы уже почти на месте. Сейчас попробуем разгрузить и посмотрим, сколько мы с этого получим. Так, я думаю, что уже к концу лета дорога будет достроена, и можно будет спокойно здесь ездить. Потому что с этими ямами тут, конечно, вообще оврал. Так, ну что, подъезжаем. Так, переключаемся на Маза. Оп. Прицеп пока отцепляем. Так. Первая партия пошла. Где-то 1015. Сейчас посмотрим.
Так, 29. Угу. Цепляем прицеп. Уже в принципе вот осталось этот кусочек доделать, там сейчас-то заливают. Так, и тут еще 14. Ну сейчас тогда спишут еще 37 за покупку гравия, посмотрим, сколько останется. Так, возвращаемся на базу тогда. Ребята, хочу сказать, что получился какой-то развод. Короче, гравий получился в два раза дешевле, чем песок. тысяч получилось заработать только с гравия. Это я хочу сказать так себе. Так, сейчас, ну блин, тут конечно плотничком так все. Нас пока поставим на место, может быть, еще к вечеру сделаю последний рейс по песку, еще чисто один масс, сказали, что наберут ближе к вечеру. Так, да, я думаю, будет больше, рассчитывал на 15, получил в два раза меньше. Так, ну что, тогда едем тогда сейчас к Федору. Сейчас завезем дровишки ему. Там у него, кстати, стройка уже началась. Он начал забор строить. Если помните, раньше я говорил, что он планировал. О, кстати, может заехать на моечку заодно. Помыть трактора. Вот. И сказал, что нужен будет крубляк. Потому что он сам собирается дом переделывать еще тоже. Нужно будет как-то посмотреть, может, какую-то делянку купить с лесом на распил. Так, поехали, наверное, через нашу эту ткацку. Заодно посмотрим, может, что там по ткани получается уже. О, слушай, так неплохо. Отличненько. Дай-ка я тут припаркуюсь пока на минутку. Заскочить. Так. Слушай, ну нормально уже. 4 поддона почти. Так, 3 полных. Хорошо. Что у нас по шерсти? Еще 4% осталось. Ну, отлично. Я думаю, что где-то полных 4 будет поддона. Супер. Ой, а что-то у нас в прицеп. Так, ладно, поехали.
Так, отлично. Помыли заодно. Поедем теперь уже на чистом. Так, тут еще развернуться бы как-то. Нормально, большое пространство, места хватает. Так, поставил, конечно, этот неровно так. Прицеп болтыхается со стороны в сторону. Все, едем к Федору. Почти на месте. Так, куда это нам тут сейчас стать? Так, давай пока здесь на водичку станем. Так, надеюсь, не мешаю. Да не, нормально. О, он уже тут поставил заборчик, даже лицевой. Улица Западная, дом 13. Нормально. Пойду узнаю, куда это разгружать все. Потому что... А, ну, наверное, вот сюда, в дровотню. Вот тут уже и доски, бревна привез. Да, тут строечку серьезно замутил. Пойду тогда поздороваюсь. Так, отлично. Да, говорит, сюда, к этому, как его называют, гостевому домику этому. Так. Сейчас тогда разгрузим. Грузится автоматом, надо только подъехать поближе. По идее, должно сработать. Да, отлично. Ну вот, еще плюс 12 тысяч. Неплохо, неплохо. Так, что тогда? Возвращаемся к себе на базу и поедем мы. Так, куда нам ближе? Наверное, сёмную, давай. Через заправку поедем и поедем лесопилку замазом. Посмотрим, что там получится заработать. Ну, в принципе, тут уже 12 тысяч, это уже хорошо. Этот день прожит не зря, немножко денег вернули, потому что, кстати, да, по поводу новых земель, там, где коров мы покупали. Я там говорил, что еще буду партию привозить, но я так ее и не привез. Потому что денег там оставалось 80 тысяч, не хотел тратить все, так говорится, до копейки. Вот, оставил там 12 коров, как изначально привез. Ну, корму подкинул, там все дела, соломы. Потом, может, еще докупим штук 15-20, посмотрим. Ну, пока так. Ну что ж, да, встретимся на лесопилке. Так, я уже на подъезде. Вот она. Наша фура полностью загружена. Так, куда нам тут поставить машину пока? Давай, наверное, здесь запаркуемся.
нужно будет ее тоже помыть. И вообще надо будет, наверное, съездить купить себе моечку. Посмотреть, что там продают. Ну, потом тогда уже как раз повезем фуру туда. Ну, заодно и мойку возьмем. Так. Ну что, запускаем. Так, все вроде закреплено. Закрываем борты. Так, и нам надо как-то отсюда еще выехать. Давай, наверное, задом. Сейчас мы спустимся. Ой, стоп. Педали попутал. Стой. Отлично. Все, едем. Едем на карьер. Так, ну вот мы и на месте. Что ж, начнем тогда разгрузочку. Посмотрим, что у нас останется с этого всего. Так. Сейчас мы заедем задом. Стоп. Часть ушла,
Еще часть ушла. Угу. Разгрузка пошла. Все, глянем, что там у нас еще. Много, немного. Хоть примерно понимать, сколько останется-то. Так, доски еще 20% нужно. Смолы дофига надо. Наверное, у нас только доски и останутся какие-то. Так. Так. Ну. Момент истины. Где тут? Так, доски, да? Смола, смола. Почему смола не разгружается до конца? Да. Так. Сейчас нужно будет опустить вот так. Попробуем еще раз смолу. Ладно, сейчас тогда мужиков позову. Пусть разгружают. Все, отлично разгрузили. Немножко поправили мне погрузчиком. Так, получается, что тут еще нужна смола, так. Вопрос, сколько? Много? Ну, много, в принципе. Ладно. Так, у нас остались доски. Сейчас тогда посмотрю, где тут более выгодно их продать. И поедем сразу продадим. Так, паркануться пока тут за территорией. И надо будет еще все-таки, наверное, съездить продать один масс песка. Позвонили. Так, что-то я тут застрял опять. Назад. Вроде выворота хватает. Так, давай пока тут встанем. Сейчас тогда посмотрим, куда нам. И вернусь. По доскам пока что без изменений. Лучшая цена настройки у Тимберлейка. Так что я уже здесь почти. Сейчас разгрузимся. Так, стоп. Поворачиваем. Так. Оп. Наверное, надо боком. Вот так, стой. Так, раскрыть. Все, пусть ребята разгружают туда. Посмотрим, сколько мы сможем заработать с этого всего. И поедем возвращать фуру, прицеп. И думаю, еще заскочу на 5, почти 6 тысяч с одного. Отлично. Слушай, ну, неплохо. И поедем за моечкой себе новой. Отлично заработали. Тысяч, наверное, 40 получилось. Почти.
Это супер. Можно дальше развивать свое хозяйство. Так, сейчас как раз вот рядышком здесь вернем прицепик. Отцепим. И полетим на магазин. Надо, чтобы еще попросить кого-то. Пригнали туда моего гольфа. А я его уже потом на обратном пути завезу. Через лесопилку. Так. Так, там какое-то оборудование. Не помять бы его. Немножко взять правее. Так. Отлично. Все, супер. Что ж, едем тогда на магазин. Через лесопилку. Отлично, мы уже подъезжаем. Сейчас заодно как раз и проверим моечку. Помоем масло. Ну, давай, давай, давай. Потому что не поставишь же мы его сюда таким грязным. Так. Стоп. Заглушить пока. Сейчас посмотрим, что тут есть. Я там одну насмотрел такую, которая цепляется как прицеп. Очень интересная модель. Хотел бы ее и взять. Так, отличненько. Взял моечку за 12800 почти. 30 метров шланг еще взял дополнительно. Вот такого плана она идет. Цепляется фаркопу. Единственное, что здесь надо сейчас добавить, ну, заполнить ее водой и заполнить топливом. Сейчас давайте как раз мы пока здесь все это и провернем. Единственное, что вода вот, а, ну вода вроде здесь есть. Поехали. Прицепим ее. Так, ой, заодно и гольфа помоем, тоже так себе выглядит он уже. Так, что у нас здесь получается? Топливо, да, надо? Сейчас мы подключимся. Сюда. Отлично, есть водичка. Ну что, испытаем. Испытаем сразу на мазике. И загоним его обратно. Обратно туда, в этот, в павильончик. Так, как нам? Вот так вот. Отлично, ребят, все работает. Крутая штука. А главное, что автономная. Это да. Надо где-то на поле, еще куда-то выехал, помыл, чтобы не гонять технику, как говорится, к стационарной точке какой-то. Ну, надо, подъехал к автопарку сразу и помыл всех. Я считаю, это удобно. Круто.
Так. Ну что, в принципе, на этом пока, наверное, все. Я еще сделаю за кадром сейчас рейс с песком. Ну и пока что это все. Будем отдыхать. Скоро уже будет уборочная. Надо подумать насчет комбайна своего. Кстати. Потому что я еще планирую еще побольше поля сделать, купить участков пару штук и распахать их. Поэтому понадобится, даже если Федора комбайн использовать, ну, желательно два, потому что поле планирую сделать огромное. Все, супер. Помылись. Так что вот такая была серия. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.